В афише фестиваля «Золотая провинция» этого года значится более 20 спектаклей. Театральный форум проходит в Кузнецке в 6-й раз. Большую часть постановок зрители смогут увидеть на сцене муниципального творческого центра «Родина». Для кузнецких поклонников театра фестиваль – большое событие. Хочется прикоснуться к красивому, к настоящему искусству, посмотреть на то, что сегодня представляет собой театр. Тем более там самые разные жанры, разные коллективы, разные направления. Театральный критик Анастасия Ефремова и художественный руководитель Пермского театра «У моста» Сергей Федотов – завсегдатаи «Золотой провинции». Они не пропустили ни одного фестиваля. Театр «У моста» на этот раз предложит кузнечанам спектакли «Зойкина квартира» и «Ханума». И мы хорошо подготовились. Мы прокатали эти спектакли. Вот сюда мы прилетели из Евротурне. Начинали в Праге, потом в Берлине, потом в Братиславе, потом в Санкт-Петербурге. И вот сейчас приехали к вам. И рады, что опять полный зал, и опять такие лица, вот такие счастливые. Здесь любят театр, и это здорово. Кроме того, в рамках «Золотой провинции» на кузнецкой сцене выступит коллектив «Зеро» из Израиля. Артисты покажут спектакль «Страдальцы» по произведению Чехова. Открыла фестивальную неделю постановка «Дракон» по пьесе Евгения Шварца, которую представил театр юного зрителя из Заречного. Анна Сазонова, Юрий Шипунов, телеканал «Экспресс».